Международный аэропорт Кишинева вернулся под госуправление, но что делать дальше и как им управлять, власти пока не знают. Если до сих пор о его возможной повторной концессии ходили лишь слухи, то сейчас тема уже официально обсуждается в парламенте. По словам зампреда законодательного органа Михая Попшоя, воздушную гавань можно передать в концессию, но на данный момент ни одна компания не проявила заинтересованности. Заявление последовало после того, как депутаты от оппозиции потребовали заслушать главу агентства публичной собственности по этой теме. Учитывая, что это все же стратегические объекты, и в то же время мы видим, что аэропорт сталкивается с рядом сложностей, в том числе с обеспечением безопасности граждан. У нас снижается пассажиропоток, оператор уходит с рынка, аэропорт из стратегического объекта становится достаточно слабым. Уважительно просим включить в повестку дня заслушивание директора агентства публичной собственности Романа Кожухаря для предоставления нам информации, а также стратегии по выходу из сложившейся на данном предприятии ситуации. Парламентское большинство предложений БКС, впрочем, не поддержало. Однако вице-спикер парламента Михай Попшой заявил, что рассматриваются несколько вариантов. Ранее он заявлял, что государство не сможет справиться с управлением этим достаточно сложным активом, и его следует передать в концессию. Концессионар аэропорта есть в аспирации в термин лунг. Передача аэропорта в концессию – это долгосрочное стремление, поскольку в настоящее время в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, к большому сожалению, ни одна серьезная компания не рискнет взять на себя управление нашим аэропортом. Именно поэтому государству придется стабилизировать ситуацию, максимально ее улучшить. Когда придет время, состоится необходимая общественная дискуссия и будет принято наилучшее решение, будет ли это концессия, либо же создание государственной компании для управления аэропортом. В конце марта международный аэропорт Кишинева вернулся под управление государства. Ранее, в 2013-м, он был передан в концессию сроком на 49 лет «Авиаинвест». Компания обязалась инвестировать в воздушную гавань 250 миллионов евро. Власти обратились в суд с требованием расторгнуть контракт из-за несоблюдения, как утверждалось, инвестиционных обязательств. В прошлом ноябре апелляционная палата Кишинева приняла по аэропорту окончательное решение, а в нынешнем мае антикоррупционная прокуратура объявила о завершении уголовного дела по концессии воздушной гавани и направила его в суд. Причиненный государству ущерб оценили в 392 миллиона леев.